Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Jurassic World, и сегодня у нас два турнира. Первый — это у нас турнир с усилениями за набор Азия в размере аж трех штук. Нам бы вот Шунозаврика три штуки выиграть, вообще было классно, у нас один есть. И второй — это пернатые предки за легендарный набор, по сути, те же самые легендарные Дино, и это замечательно. А тут, подожди, какие? Тут, по-моему, суперредки, и обычно тут все есть. Ну что ж, давайте попробуем тут тиранозавра, а тут усиление. У меня усиление есть, тиранозавры есть. Ну, давай посмотрим. Я возьму вот это. Я возьму вот это и вот это. Усилений у меня достаточно много. Я сижу, я тренируюсь со своими динозавриками обязательно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, кого лучше взять-то. Я предлагаю взять микропозавра. Я предлагаю взять его же. Я предлагаю взять, наверное, шунозавра. Наверное, давайте попробуем вот таким образом. Хотя, смотри-ка, шунозавр тут будет, да? Так, и надо еще тогда кого-то. Давай вот так возьмем. Я думаю, нормально будет. Да, поехали. Попробуем таким составчиком сыграть. Посмотрим, что из этого выйдет. Плохо, что мы раджозавру не можем забрать за один ход. Ну ладно. Может его куснуть, а не на разгон пойти. Потому что он сейчас шунозавра поставит. Давай мы его, короче, куснем. Маленько по-другому тактику сработаем. Сегодня агрессивная у нас будет. Посмотрим, к чему она приведет. Пока без разгона. Будет замена. На шунозавра, да. Отлично. Так мы тоже умные. У нас есть диметродон. Мы берем разгон. Кстати, можно было с усилениями. Ну ладно, я пока не хочу пользоваться ими. Хотя можно. Опять будет замена. Нет, не было замены. Так, у него было 2 очка. Я думаю, если он 2 дефа сделал... Давай пробуем 4 атаками забрать его. Он, смотри, он пошел на ускорение. Так, ну хорошо, шунозавра забрали. Дальше у нас велоцираптор. Велоцираптор довольно сильный, но у нас есть амфибия, которого мы поставим против хищника. 5 атак? Нет, 2 атаки. Заберет? 2 атаками забрал, ничего себе! А вы что так дерзкие-то такие? Давай, короче, на разгон. И опять 5 атак. Ты смотри, вот этот мне уже нравится. Они довольно умные тут. 5 атак. Отлично, все. Зато мы выходим полностью заряженной амфибией. Полностью антиклассом к ним. Он беззащитный. Берем 1, 2. 1, 2. 3. 3, да. И на очки. Я вот так сделаю. Я хочу максимум один удар пропустить, не более. Ну давай, раджозавр. Добьем тебя, а чего уж там, докусаем. Какой ты тут недобитый маленько у нас ходишь. Давай 4 атаки проводи, не бойся. Молодец. Не побоялся. Вот видите, и фактически нам даже не понадобились усиления. Это хорошо. Самое, что классно, они не пропадают после боя. Это реально классно. Потому что если бы они были под одноразовые, независимо использовал ты их или нет, было бы очень обидно. Потому что вроде как не использовал, а... взяли и пропали. Также обидно с динозаврами, которые в бой ты взял, но они не участвовали в бою. И они целенькие, невредимые и так далее. А они устают. Так, а что мы можем сейчас придумать? Давайте мы возьмем... он сделает замену. Как бы лучше сделать-то? А если мы возьмем... скажем... апатозавра. Возьмем индоминус рекса и диморфодона. А, блин. Так. Сойдет. Значит, так. Я, наверное, местами даже поменяю. Я вот так сделаю. Индоминус на добивании. Так. Этот съест, выйдет этот. Будет на равных, на равных. Нет, все-таки я индоминус, потом диморфодона. Давайте вот так. Да, ё-моё, давайте вот так сделаем. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Апатозавр, чистый разгон.
У него достаточно много хп. Достаточно много. Поэтому ему тут надо просто разгоняться. И он выдержит бонус велоцираптора как минимум на 3 атаки должен выдержать. Так. Теперь велоцираптору нужно еще будет 2 атаки проводить. А мы тем не менее сможем вот так сделать. Кстати, вот это довольно неплохая карточка. Это щит на 50% от хп. Для апатозавра, для танков это вообще замечательно. Отлично. Все, отлично, смотри. Так, и давай мы еще ему ударим. Отлично. Хоть чуть-чуть, но забрали. 244, нормально. Чуточку, но забрали. Так, но он пройдет одну атаку. Если 4, то хорошо. 3 атаки, он подумал, что у меня щит. Значит, 3 атаки, у него 1 деф. Ну, 1 деф нам не страшен. Мы пройдем всего-навсего 2 атаки, нам их хватит. Раз, два. Уйдем в очки и уйдем в 2 дефа. Мы с одного удара просто его ложим. Вот это вообще хорошо получилось. Так. Джетзянго Гоптер. Я язык сломаю, это, короче, китайцы называли, видимо. Так, ну это не страшно. Это не страшно, это ничего. Так, он беззащитный. Пожалуйста. Значит, мы что делаем? Ага, нам нельзя его проигрывать. Так, так. Раз, два, три. И вот так вот. Одну атаку пропустим, но у нас будет 7 очков. А почему нам нельзя его проигрывать? Потому что... рептилии, говорю. Потому что травоядный гораздо сильнее, чем птеродактили. Ага. Представим, что у него... А, неважно, сколько у него дефа. Даже если он все 4 дефа поставил, мы ее заберем. Все, отлично. А у этой, именно у этого травоядного, очень много хп было, как вы заметили. Ну, слушай, он хорош, мне вообще нравится просто. Индоминус Рекс вообще красавчик. Представляю, что будет, когда он будет 20-м. О, это будет, мне кажется, нечто. Так, ну что ж, давайте посмотрим следующий бой. Последний бой. В этом событии. Так. В целом, если мы возьмем... Но он за один удар Раджазавра, конечно, не заберет. Ну давай, мы возьмем его. Мы возьмем Анкилодога. И я думаю, наверное, надо бы взять. Ну давай. Ай, да конечно. Давай, так, 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 так. Так, так, Анкилодога. И возьмем вот, Стегоцератопса. Поехали. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, давай опять агрессивную политику немножко проведем. Если что, у нас вот эти очки есть, мы сможем ими постраховаться. Давай, агрессивный бой. Замена. Да. Замена. Ого-го-го, тиринозавр-то атака! Ой, атака, говорю, этот. Тиринозавр, ё-моё. ХП-то у него сколько? Так. Это я, наверное, погорячился очень сильно. Нам его нельзя... Хотя... Давай так. Пока разгоняем по возможности. Две атаки, я думаю, мы выдержим. Но он не будет, скорее всего, двумя бить. Отлично, не бьет. Еще разгон и дамаг. Один к одному, все понял. Но это серьезная заявка. Это очень серьезная заявка. Я что-то не обратил внимания, что у тиризинозавра столько просто хп нереально. Да, мы потеряли микропозавра, у которого преимущество перед раджазавром, но мы раджазавра успели очень неплохо покалечить. Так, он нанес 3 атаки, он беззащитный. Ну, я думаю, надо его просто брать и сливать. И давай на деф уйдем. Я понимаю, что у птерозавров, как они правильно, птеродактили, короче. Я знаю, что у него нету передо мной преимущества, но тем не менее. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, конечно. Ну, давай. А, давай. 4 атаки проводи. Не провел он 4 атаки, очень странно. А мы пройдем. Отлично, 3 заберем. Хорош. Все, раджазавр ушел. Так, ну давай. Китайский птеродактиль. Мы с тобой опять встретились. Он сейчас будет проводить по максимуму, мне кажется, атак. 4 атаки. На 4 заберет. Сюда. Забрал.
Итого у нее сейчас 3, скорее всего, в дефе. Предлагаю дефа сейчас сыграть. На обловод сделать. Не сообразил. Ну ладно. Что он будет делать? Допустим. Но у него нету передо мной преимущества. Если мы сделаем 4 атаки, можем не выдержать. Он не пошел на все. Давай мы сделаем так и вот так. Чуть-чуть по разгону пойдем. 6 атак будет. 3 атаки мы выдержим. 5 атак даже, тем более выдержим. Пройди 5 атак, пожалуйста, я тебя прошу. 3 атаки. Так, 3 атаки, 2 дефа, у нас 5. Все, нормально, забираем, ребят. У него сейчас 2 дефа, у нас 5 атак. То есть 3 атаки пройдет смело. Забираем. А он даже в очки пошел, он даже в деф не стал уходить. Слушайте, ну это какой-то серьезный, это уже серьезный такой сложный бой. Последний-то был. А может быть и не был таким сложным, если бы я не зажмотил несколько долларов в конце, чтобы взять там супер-пупер крутых Дина. Но тем не менее, так бои насыщеннее, так бои интереснее. Так, Азия набор. Продолжить. Давай, X3 тут должно быть. Так, где мой X? А, ну понятно. Так, так, и Манафалозавр. Сойдет. Сейчас, так понимаю, еще 2 набора мы должны открыть. Я же прав. Ну-ка, давай. Да, отлично. Второй набор. Так, баксы, баксы. Ага. Гуэньлун. Фу-фу-фу. Ну ладно. Знаете, сейчас у вас возникли мысли, типа, ну на халяву же, то нифига не на халяву. Я потратил сколько, блин, чтобы эту халяву заработать. Давай, поехали дальше. Так, очки ДНК. Я опять какую-то хрень синенькую, смотри, а, подсунули. Короче, разводилово сегодня было. Реально разводилово. То есть вот этот вот набор, он вообще, ну, он своих денег, короче, не стоил. Так, допустим, хорошо. Давайте немножко мяска соберу, закажу еще. Пускай оно делается, соберу маленько денег. И перейдем ко второй схватке. Вторая схватка у нас. Ну, тут чисто легендарки. Тут уже что-то можно выиграть. Ну, ну смотри-ка, тут неплохо. В HP неплохо, особенно если баксы... Выиграть можно будет. Мы, по-моему, один раз выигрывали, да? 3 по 500, если не ошибаюсь. Так, ну, давайте смотреть. Ну, тут микропозавр однозначно сюда. Я предлагаю взять у нас где? Вот, малангозавра давно не использовали. Он затащит. В смысле? Вот это кидалово сейчас. Вот это да. Вот это, блин. Давай. А он один, да, еще скажи? Нет. Я уже думал еще и одного. Я вот маленько неправильно сделал, надо было местами их поменять, потому что, блин, футболист этот, как мне сказали, Унайзавр футболист, он довольно сильно будет бить. Ну ладно, давай, терчик. Так, один на дефе у него, представим, да? А если на очки, то у него будет 3 атаки. 3 атаки нам сливать нельзя. 2 атаки выдержим. Ты смотри-ка, а, точно 3 атаки. Ну-ка давай. Нет, замен. Ой, вот тут 2 атаки мы не... Хотя подожди, выдержим, выдержим. Нормально. Так. Он беззащитный сейчас. Бляха, все 5 атак. Чтобы Терезинозавра завалить, все 5 атак пришлось слить. Кошмар. И мы остались абсолютно вообще без всего. Ёшкин ты кот. Представь. Ну, он сейчас 3 атаки пройдет, ему что терять-то? 2 атаки? Ну да, 2 атаки тоже бы хватило ему. 2 атаки, блин, как лучше сделать-то? Это тоже плохо. 2 атаки мы выдержим. А куда он отдал-то, блин, очко? Давай сделаем вот так, чтобы 2 в деф ушел, хорошо. Если бы он ушел просто в очки, это было бы плохо. Давай, 3 атаки пройди. 3, молодец, 3. Пока 4 нам не надо. Так, у него, представим, один деф. Завалим. С одним дефом мы его завалим 5 атаками. А у него даже дефа нету. Отлично, ребят. Все, это победа. Да, ты вот смотри, какую нам подставу-то сделали, а? Ну, это как-то это... Серьезно, серьезно. Ну что ж, давайте дальше. Посмотрим, у нас еще 2 боя. И все птеродактили. Ну, сейчас уже попроще. Так, а у меня кто-нибудь из птеров-то есть, а? Может скрестить кого-то? Кто-нибудь из терчики хоть кто-то есть? Деморфодон, блин, я бы тебя и вырастил, и скрестил бы, но нету. Рамфаринг. Слабый.
Где у нас еще аптечки? Ну, Аланка, понятно, Аланка. Куда же без Аланки-то, а? Нет, не прокатит. А вот, кстати, да, вот ты, что ты у меня такой скромненький такой? Давай мы тебя заодно улучшим. Так, а что у меня еще есть по птерам? Ну, тропиогнат, он тоже дохлый. Очень дохлый. Джунгариптер. Худо-бедно сойдет. Так, ты кто у нас? Нет. О, кец, кстати, хороший. Давай мы его точно усилим. Вот, это уже интереснее, смотри-ка. Теперь у нас еще кицаль появился. Ага, замечательно. Больше у меня, по-моему, таких серьезных-то и нету никого. Ну, скафагнат, да, понятно. Аэротитан тоже один у меня. Блин, ладно, поехали. Соображать сейчас будем, походу. Диморфодон. Выдержит одну атаку всего-навсего. Ага. Так. Так. Значит, смотри, мы что делаем. Мы берем... А, ну-ка, подожди, какой-нибудь... Скафагнат. У него ХП побольше. Он две атаки... Он две атаки, кстати, возможно, выдержит. Вряд ли, но попробовать можно. Давай мы... Так, вот так вот. Три могу взять? Могу, отлично, я хоть три могу взять, хоть тут спасибо, блин. Давай, разгон, скафагнат. Ты самый дохленький, тебя на разгон. Ты молодец, ну, держись. Отлично. Держись, говорю. Скафагнат, у тебя задача разогнаться, все остальное, вот, молодец, он беззащитный, смотри. Он провел 4 атаки, он абсолютно беззащитный. А у нас будет 6, да? Если я не ошибаюсь. Да, у нас 6. Так, 6. Раз, два, три. У него будет 3 атаки. Я думаю, мы 2 выдержим. И на разгон. Забираем Зухамима. Выдерживаем. А 3 или 4? 3, нормально. 3 у него будет атаки. Все. 2 атаки выдержим спокойно. Так, непонятно, что он сделал. Предположим, что у него 3 дефа. 3 дефа, 3 атаки. 3 атаки, все, хватит. Больше паниковал. Все, енот паникун. Можете официально меня так называть в таких моментах. Или паникун, или паникер, да как угодно. Все, попаниковали, хватит. О, нормально. По сути, двумя динамы затащили. Замечательно. Ну, нам дали разогнаться. Реально, нам дали разогнаться. Ай, опять лечить, да? Да у меня же бабки заканчиваются. Всего 5500 осталось. Ладно, посмотрим. Кого бы нам взять? В принципе, Диморфодона на разгон, но он выдержит одну атаку и все. Давай, короче, так же, наверное, сделаем. Вот так. Я думаю, да, давай попробуем. Просто если он сейчас будет атаковать, сразу, сходу, двумя атаками, это все. Гаргозавр. Так он страшно, блин. Гаргульязавр. Блин, не дал разогнаться. Не дает разогнаться, сволочь. Но он беззащитный, конечно. Так, птеранодоном надо забирать его. А чё толку? Ну, заберу я его. Так, у него будет 2 атаки. Следующий ход. Значит, делаем так. А, птечкам надо будет защищаться. Давай, проводи 2 атаки. Отлично. Отлично. Хорошо. Можно еще, знаете, как сделать? Он две атаки. Он беззащитный, кстати говоря. Нам нужно 3 атаки и на разгон. Черт, я рисковать-то не хочу. Давай вот так попробуем. Еще одну атаку мы выдержим. 3 атаками. Бей 3 атаками, собака такая. 2 атаки. Тоже неплохо. Зато у нас почти разогнан. Все, отлично. На разгоне полностью. Делаем так, проводим 3 атаки. Отлично, забираем. Забрали, все. Сейчас вот это будет конкретнейший бонус просто. Ему вообще нельзя по нам дать прописать. Птерчика он заберет. Но он заберет его одним ходом. 3 ходами пошел, ты представь. Я думал, одним ходом пойдет. Ну ладно, у него один на дефе. Даже если бы он забрал одним ходом, было бы 4 дефа, мы бы его все равно забрали.
Вот именно поэтому я говорил, что нам нужен разгон. Все, ребят, это победа. Это победа во втором ивенте. Давайте посмотрим. Там, ну не знаю, ну что-то легендарно нам просто обязаны дать. Просто обязаны. Я тут что, так зря мучился, что ли, а? Ну. Одни мучения, блин, а? Как минимум на пятихатку это, зелени должны. Пятихатку зелени нам все должны. Это однозначно. Да, нагло, но тем не менее. Ну во! Все, ну все. Я спокоен. Я свое забрал. Ну, по деньгам, конечно, я в минусе. В конкретном. Зато ДНК нам дали. И пти... Ой, вот это, ребята, отлично. Птеранодон, это замечательно. Просто, это просто супер. У меня потому что реально их не было. Давайте посмотрим. Птеранодон. Ой, так, птеранодон. Вот он. У меня 1.20... А, 1.20 у меня. Я думал, 10-го. Точно. Это я же с ним 20-м дрался. Мне бы еще одного. Ну ладно, выведем, выведем. Все нормально, выведем, все хорошо будет. Я надеюсь. Ну что ж, ребят, давайте мы на этом закончим. Вот таких два ивента. Довольно, не сказать, что прям супер сложных, но... Просто так ты их на, скажем так, дурачка не пройдешь. В общем, если вам серия понравилась, не забывайте большой палец вверх. Если есть что написать, пишите в комментариях. И если не подписаны на канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.